Что-то зашел, вышел, что-то опять заходит. Сергей, останови там. Сергей! А он сейчас там чая нальет себе. Игнат Тихонович, можно? Можно. А что ты опоздал? Да у меня нет часов с собой. Вот у меня часов нет, телефон-то есть. А телефон сел у меня, Игнат. Телефона тоже нет? Сел, батарейка. Он у тебя через сколько заряжается? Ну он у меня быстро разряжается. Сколько слово быстро, через минуту? Заряжается где-то на полную катушку чуть больше часа. А разряжается? Тогда не хватает зарядки? Ну да, если там... Так а ты еще утром не зарядил? У меня тоже быстро разряжается. Я за два дня один раз осмотрю, кончается, сразу пас подключил. Мы договорились, если ты опоздаешь, без ужина остаешься. Ну ты на работе надержал, мне просто жалко тебя, садись. У нас суп есть, каша будешь? Каша. Мы не стали Сергеем есть, ничего, малины, да, вот нам? Вот каша. Хлеб, компот и халвы. Сергей, наложи ему кашу. Сколько? Да. А, у Сергея эти были, разъехались рукавички. У тебя рукавички-то хорошие? У меня есть. А где они? Там оставил. А почему там оставил? Ну, чтобы с собой 20 раз не тащить. Вот у меня рукавички, вот смотрите, три пары ношу всегда. А почему? Знаешь, лежу, у брата разорвались, просто в дребезги. Я его взял, вот посмотри. Я свои рукавички дал ему, а теперь у него запасные будут, на. Погляди, как я ему награду какую даю. Люди как-то, вот подойди, Володя, посмотри. Видишь, вот эти он. Теперь вот я тебя надеваю, гляди теперь как. У него не надо, дырки были, а сейчас все нормально. Вот не заметил маленечко чуть-чуть. Все. Колпачки. Держи. А вторая у тебя совсем никудышная была. Смотри какая. Это у Сереги? Гляди. Вот почему я такой богатый. Кто ни во что ставит малое, мало-помалу придет упадок. Видал? Все. Это, брат, я тебе дарю к тем, что у тебя запасные были. Ему те подарил целенькие, а вот эти ремонтированные. Видал? Спаси Христос. Это сейчас я ушел, наверное, сейчас, например, раньше-то. Ну и все. У него в кармане запасные, у меня тоже запасные. Всегда в кармане имею запасные. Вот видите, я в карман сейчас полез, вот видите, я ему отдал. Теперь снова полез в карман. Гляди. Когда бы я ни был, куда бы я ни поехал, круглый год у меня все время с собой перчатки. Одна же идем в церковь. А зачем? Да Бог его знает как. Идем в церковь, тут рано, темно еще. И прямо вот так вот наискосок к дороге лежит труба. Труба примерно вот такого диаметра. Ну и длина ее просто огромная. Улицу перекрывает свободно. Везли, уронили. А она чем-то смазанная. Люди идут в церковь, стоят рядом, прикасаются за ее перчатки, на руки, верхонки. И давай бегать ее, кто может, бегать и через мои руки добить ее. Вот сейчас я без платочек, вот у меня сколько карманов есть, брюки вот таких рабочих, у меня трое брюк. Я вспотел, прихожу, переодеваюсь, и везде платочек в правом кармане. Каждую неделю я его стираю. Если костюмы у меня висят, три там рабочие такой, и в них, в правом кармане платочки. А почему? Если один раз я забыл, то только один раз за жизнь. А тебя пощупал, ничего нету. Нос с собой, сопли с собой потереть нечем. В правом кармане, в правом. Чтобы быстро, сразу схватил. Давай, поворачивайся, ешь. Сегодня у нас среда. А у меня, Игнать Иванович, левая ходовая. А? У меня левая ходовая, у меня и телефон вот, здесь. Тогда дело другое. У меня маленькая заплатка отлетела вот там, на коленке. Это, наверное, за то, что сегодня мы радость утаскали. Да нет. Что ты делал сегодня-то там? Мы сегодня готовили к ремонту склад. Подготавливали. Что к ремонту? Склад, где склад, зерно. Понятно, без техники. Метелка в руках была, да?
Нет, снаружи мы стену будем укреплять, потому что из-за давления много урожая, когда собирает, давит, и стена уходит. Вот она северная, северная стена. От озера? Да, да, да. А там мы укрепили по пасынками. Недостаточно, он хочет сейчас железными делать пас. А что недостаточно? Укрепили. Так с той стороны мы не укрепляли, укрепляли ты косой. А, ну, ну пасынки, да. Пасынки. Я сел на велосипед и поехал по всем полям разыскивать, где пасынки. И сделал такой вот, ну как сказать, вешка с флажками красными-то. И проехал по степи, сколько нашел, штук 5. И везде в этом вешке с флажками, приезжай, забирай. Интересно? Да. Я вот так вот по полю ходил, щелночью называется, собака поисковая так ходит, щелночью, трава, ничего не знаю, вдруг бац, нашел, я примерно знаю, где была телефонная линия. И я не знаю, сколько там, часа 3 походил, 5 пасынков нашел. У меня тут запасные были, в траве лежали, там обломаны, все пошли. А вот у вас есть железные эти рельсы или что это? Ну еще. Про них разговор сегодня был. О, посмотрел. Ты найди сначала для себя где-нибудь. Это неприкосновенный запас, башня. Это от башни. А-а-а. И поэтому, где что будет строиться, у нас заранее. Вот сегодня ты посмотрел, насколько мы сделали с этим. Вот Сергей Павлович. Прошли вот так вот до конца. Кто-то. Сетку всю вытащили. Которые там загородки были, столбы, где что железо закопано было, его не вытащить. Я везде копал яму, вытаскивали яму опять туда и затрамбали, чтобы человек не провалился. Сколько железок мы нашли, ну, пасынки, как бы сказать, были здесь, из железа, бывает из арматуры. Все до одной выкопали и все засыпали. По совести. Потому что если пойдет человек или скотина и провалится, ногу сломает. Мы сегодня и второй ряд уже захватили, тут который был, где рабица где-то. И даже на третий ряд перпендикулярно перешли. Посмотри, сколько вытащили разные там щищи и всего. Да мало того, набрали еще малины. С Сергеем Павловичем пошли. Малина, вот она. Так уже сколько ели-то? Ты сейчас возьмешь. А Надежда Васильевна принесла вон пенку. Давай ешь. Слава Божию. И смотри, что среда. И Игорь работает так, чтобы он понимал, если тебя ты нету, то он лишился важного тоже работника. А не так, что ушел ты, а? Баба, с воздух, а не легче. Ешь с хлебом. А ты чай будешь? Воды с хлебом ешь. С хлебом, вот рядом лежит. Вот мы остались одни. И Володя готовит, все подает и пересел на место Марины, где Марина сидела. Сразу же занял ее место. Кафедру. Конечно, мы вспоминаем люди, которые у нас есть, уехали в Устинову, куда в Горный Алтай. Отдыхать из Потеряевки в Горный Алтай. Меня никто не убедит, что это правильно. Горный Алтай – это дыра в преисподнюю. Многие говорят, из приезжающих. Со всего мира идут. Особые каналы связи с космическими силами. Дома ставить и где-то шататься среди опасностей. Дома такое хозяйство, ребятишки. Я ни одного дня ни разу не ездил в жизни. И не понимаю этого. Ко мне приезжали из Израиля, говорят, мы оплатили, все вам говорят, уже оплачено, идите. Съездите, посмотрите, а зачем? У меня картинки есть, я везде могу побыть. Один день он невозвратно уходит. Один день безделья уже никогда тебе не заменить ничем. То есть я этих людей вообще не понимаю, как так поехать куда-то. Вот я бы сейчас ехал в дороге, трется в аэропорту, опасный самолет, приехал туда, еще я там взял, вернулся, еще нету, а деньги, большие деньги. Даже одного часа я в отпуске не был в жизни своей. Вот я на работе работал здесь, Алтай Трансстрой где-то. Я не знаю, ни одного перекура у меня не было за жизнь даже. А везде там, поработаю сейчас, перекур! Я этого не знал. Я выпрашивал всегда работу один, а один работал. Полы настилать, рамы, двери там, перекрывать, стеклить, фонари,
заводские корпуса, всегда один. А зачем мне кого-то делиться с ним? Он работает раза в два тише меня. У меня всегда была выработка 280-300%. Еще бы я с ним сидел. Премии мне никогда не давали. А зачем, говорит, Баптисту премию? Он и так хорошо работает. Так что, Виталий, работай, чтобы шла такая молва. Потеряю, Бог дал такого работника. Ты молод, у тебя сердце еще может, знаешь, как работать. У меня интересно, поехал я сейчас в город. Ты на коленку руку положи мне вот так. Почувствуешь, нет, как хрустит что-то. Держи так. Да. Слышно, да? Вот я с ней, она мне по этажам такая разогнала везде, а за руку держала, под руку. У меня там что-то вступило, ну, там, начинает артрозы, я это не признаю. Я считаю, что что-то там наросло и мешает ей. Больше ничего нету. Не натирал, никогда ничего нету. И хожу, скажу, пьем, скрипит все хуже. Вот уже начал хромать. Я думаю, давай дома тренировкой заниматься. Утром встал сегодня, нога как будто не болит. Смотрю, уже лучше. Это уже прошло 3 дня, и за 3 дня я ее расшевелил. На покосе везде. Не знаю, может завтра хуже будет, но сегодня я уже, ну, хожу, даже не замечаю. Организму надо дать толчок, помочь, где он заснул. Ни больше, ни меньше. А не так, что я вот все время капли там, и все время там мази. Все время это плохо, организм перестает работать. У человека огромный потенциал, огромный. Его даже высказать нельзя. И в разуме, и везде. Я не знаю, насколько это верно, я не исследовал. Говорят, что человек использует не больше 4%. 4! А кто-то мне говорит, а сейчас, говорит, доказывает 3,5%. Остальное не востребовано, это большинство. Это большинство. И в физическом тоже труде. Конечно, до 60 лет, я слышал, кто если днем спит, тот от себя отрывает день жизни. А кто после 60 не дает человеку отдыхать в работе, тот наоборот отрывает жизнь. То есть организм не тянет. Я вот, видишь, как дальше раз ушел. Я не просто ушел. Я по документам там поработал, в интернет зашел, адреса снял где-то, на стул откинулся, 15-20 минут я полностью отключился. Я опять вышел, с тобой работаем вместе. Ты понял? То есть надо это понимать. Я стараюсь не перегружать до конца. Иногда прихожу кое-как. Тут мы работали на прудах, вот это, в деревне. Это вредно. На жаре много пьем, потеем. В предбаннике ласточка снесла 4 яйца, уже сидит. Все. Сейчас пойду, посмотрю, что у меня все. Видел племянник, он на день рождения приезжал, Сашка, узнать, что он был. Нужда какая или все еще. Ну, Игорь-то тебя не прогоняет, ничего? Смотри, не теряй нашу матку. Я бы не поел, осталось там эти свинья что-то. Во! Накладывай, сколько тебе надо. Это мы набрали здесь в малину. Ну что, ребята, благодарю за внимание. Так, мы за салат не помолились. Благодарю тебя, Христе Боже наш. Яко насытилась на земле твоих благ, и души нас и небесного твоего царства. Но яко посреди учеников твоих пришел и спаси мир, да я им, приди к нам и спаси нас. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воздай милостями всем, кто заботится о нас. И благодетельнице нашей Елене, Татьяне, Александре, путешествующих. Благослови приезжающих и отъезжающих. Господи, укроти буйствующих, подобных Аману, желающих смерти и поражения Дитя Божие. Пошли добрых защитников. Это Максима обратили.
открой ему истину Твою, евангельскую, и пробуди совесть. И нас помилуй милости Твоей ради. Упокой в обителях небесных новопреставленную рабу Анастасию. Ибо нет на земле человека, который, живя, не согрешил бы. Прости всякое согрешение, вольное и невольное, душам нашим полезное сотвори. Боже, милости будь мне грешным, создав имя Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешным и помилуй. Спаси, Христос, садись, ешь. Слава Христу. Вот это разберите, как лучше надо, и коробку убрать. Посмотри, тут же есть что-то надеть, шить можно. Виталий, тебе шлепки нет. Это женские же, или мужские? Да. Женские. Если убрать, это будет мужские. Ну посмотри еще. Мне там еще не надо. Так я сейчас пойду.